Привет, ребятки! Я бы сегодня вам хотела бы рассказать еще об одних четках. Что это за четки? Это компас. Это четкий компас. Почему компас? Почему? Куда они ведут? Куда они направляют? Что они дают? Ну, конечно же, это многими любимый камушек. Это родонит. Вот такой вот он красивый, с небольшими вкраплениями черных точек. И сейчас я расскажу, что это такое. То есть, что такое родонит? Родонит – это творчество, молодость. Это стремление к самому себе. Но это не просто стремление к самому себе, это камень рода. Это камень рода – это когда камень помогает своему обладателю через родовой туннель познать себя, прийти к себе, увидеть, что есть я по истечению того опыта, что есть в моей ДНК. И это как раз родонит. А родонит, в родоните они собраны две планеты. Это Венера и Сатурн. Венера, как мы все знаем, это красота, любовь. Но еще Венера – это про материю, про деньги. И вот эти вот камушки, вот эти бусы конкретно, они дают своему владельцу, своему союзнику материальную основу. Так как мы живем в этом мире, этот мир материален, он и есть материя. И эти камушки, как раз они будут давать своему хозяину возможность очень четко выстроить свою платформу. Ну и, конечно же, это Сатурн, планета Сатурн, это вот эти вот черные вкрапления, это как раз планета Сатурн. Это форма, структура, порядок. Это через упорядочение, распределение порядка между своими мыслями, между своим осознанием и своим говорением, то, что выносится в мир, это как раз Сатурн. Вот. И, конечно же, вот эти вот великолепные камушки – это варисцит, императорская яшма, еще она называется. Варисцит – это символ внутреннего счастья. Символ внутреннего счастья – гармония между телом и духом. Это для тех людей, которые идут к себе. И вот чтобы как раз родонит, вот эта вот мощь, не перебила желание двигаться к себе, потому что иначе может хозяин выдохнуться, как раз варисцит, он делает такую благость, растворяет своего хозяина в самом себе. Именно поэтому эти четки называются компасом. Назвала я их компасом. И, конечно же, есть здесь вот такие вот две капсулы, в которые зашиты все знания твоего рода. Все знания твоего рода. Вот. Ну и почему такая кисточка? Потому что небо, небесное творение самого себя через варисцит. И эти четки компас, этот великолепный, мощный помощник отправляется к своей хозяйке. А вы напишите, узнали, чьи это четки?